максимум добра. Тем более песня об этом, да? Что прекрасный мир. С очень невероятным удовольствием все это нас происходит. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Сергей, вы такой радостный. Складывается ощущение, что вы действительно верите, что белый исполнитель может звучать так же, как темнокожий джазмен. Как это возможно? Ну, я хочу сказать, что мне дали это задание, я должен с ним справиться, поэтому не знаю, насколько у меня получится судить уже жюри и зрителям. А теперь попробуйте, Сергей, попробуйте смутиться. Вот в этом вот. Так вот, да-да-да-да-да, вот здесь, вот здесь. Вот он туда смутился. Значит, вот эта вот его раскачка личностная, такая добрая, хорошая, она очень вам поможет именно вот. Правда говорят, что на трубе пришлось учиться. Сложилось, не сложилось, покажете. Нет, на трубе я не умею играть. На флейте умею играть, на трубе не умею. Ну что ж, мы прощаемся с Сергеем. Говорим ему до свидания. Hello, Луи Армстронг. Coming right, I see friends.